Погнали, да все, понеслась. Нормально вообще месяц искать вот эту штуку, маховик М30. Ну, спасибо Ярику. И вот заходите к нему, на разборочке у него можно найти такие вещи. И я вам скажу, после ценников по $450 на eBay, я прям очень доволен стоимостью этой штуки. А что ж, собственно, нам этот маховик решает? А решает он то, что наконец-то D-Pro 350Z можно будет оживить, начать с ней работы по подготовке ее к стрит-классу на следующий год. И еще вроде на днях мотор у нас обещали забрать, и тогда Золушка наконец-то сдвинется с места, и можно будет ее готовить к классу Pro 2021 года. Ни одного календаря еще нет, а мы готовимся! Ну, а Red Bull 350Z, он даже уже на лафете стоит, готовая выехать в любой момент. Ну, пока никуда не надо. Но это же хороший повод поснимать влоги. По этой машине точно сейчас работ будет просто немерено. Ты начал мне рассказывать, по сути, все очень даже неплохо. Почему? Потому что диск у нас становится так, как было задумано. Задум был хороший. Корзина у нас падает прям супер. Это у нас корзина от М5, правильно? Да, М5 E34. Теперь наша задача, я так понимаю, заключается совместить вот эту прелесть с вот этой прелесть для М62. И S62 готова сцепа. Охренеть.